началась на гитаре Press, одна из самых красивых гитар, которые у меня есть. Вот такая вот красота. Она, правда, не самая удобная в игре, но зато самая, одна из самых красивых гитар, которые я видел в своей жизни. Называется Paul Reed Smith Single Cut. Все время говорю Single Cut, может быть, кому-то непонятно, что такое Single Cut. Cut – это вырез. Вот это вырез. Single – это значит один вырез, а здесь выреза нет. Это называется Single Cut. Single Cut – это обычно… Это… А нельзя сделать, чтобы не шумело? Гитара Les Paul, как правило. Прости. Просто очень шумит гитара. Нет? Нельзя сделать? Гитара должна шуметь. Да? Шумит, да. Значит, работает. Да, прости, давай еще раз. Значит, работает. Есть такой… Есть такой термин такой. Вчера, по-моему, да, вчера буквально, нет, уже позавчера, получается, вышел наш новый альбом, который называется «Мне одиноко, детка». Но это ироническое название, естественно. Вот. Запятая там не стоит умышленно, потому что, когда пишут «Не влезай на столб, убьет», тоже запятая отсутствует в таких случаях. Вот, или пристегните детскую коляску и личные вещи и так далее. При взлете и посадке нигде запятые не ставятся. Так что всем знатокам быть еще умнее, предлагаю. В общем, это дело такое авторское, вы знаете. Честно говоря, можно и так, и так, и так. Вообще поэтам разрешается придумывать собственные слова. Он Маяковский столько напридумывал слов своих интересных. И никто за это не ругает. Допустим, там он, как он доставал там из широких штанин паспортину свою там. В общем, короче. Сегодня не помню, сейчас речь-то не об этом, у нас сегодня девушка ниоткуда вышла почему-то на первое место. Все песни были отмечены. Большое вам спасибо. В комментариях буквально все песни, сколько там, 12 или 11? 12, по-моему. И каждая песня была отмечена. То есть ни одной песни не прошло мимо вас. Это большая радость, поэтому мы будем их разбирать. А вообще, мои друзья близкие сказали, что это один из лучших моих альбомов. Они, правда, всегда так говорят. Вот. Но на самом деле, я давно не писал альбом такого развлекательного характера, потому что до этого был Rocker 3, потом была Вечность истории, довольно задумчивый альбом такой, вот, экзотерический наполовину. Потом была «Дурная репутация», это роковый альбом, классный, мне очень нравится. Очень на одном дыхании, там баллады красивые, и рок-н-ролл, и панк. Вот. Потом вышел альбом «Кузьмин Абсолют Бэнд», 30 мая, буквально вот недавно, 2 месяца назад. И там был очень тяжелый рок. Потом мы начали репетировать второй альбом. Я так устал от тяжелого рока, что решил немножко снизить градус и написал песню «Божественная сила», которая была тихая, спокойная, она меня так вообще просто успокаивала, просто такая нирвана была. Это моя была любимая песня «Божественная сила», запомните, послушайте внимательно, она расслабляет, она приносит такие положительные, сладкие такие эмоции, она как сон, там все
все инструменты звучат очень мягко, очень душевно. Каждый инструмент звучит не громко, по ушам не бьет ничего. Вот я этого добился, и потом стал дальше вспоминать, какие песни у меня были, потому что не все песни я сочинил именно за этот месяц. Были песни, которые раньше просто они были позабыты. Допустим, песня «Отпусти», которая большинству из вас понравилась, это было как бы продолжение песни «Ведьма». Они были записаны примерно в один день, поэтому они напоминают по звучанию. Это сделано специально, потому что у меня вообще очень много сериалов там, в плане «Аэлиты». «Аэлита» превращается в «Колдунья», «Колдунья» превращается в «Ведьму». Это у меня все один и тот же персонаж. Так что вы не обращайте внимания на какое-то совпадение. В общем-то, но девушка из ниоткуда, это не тот случай. Это вообще непонятно, откуда случай. Откуда пришла мне в голову эта песня, я понятия не имею. Вот. Но вам она понравилась. А мне понравилось соло на гитаре этой песни. Поэтому мы сейчас можем ее послушать. Я вам расскажу про нее. Была она записана на студии Propeller Sound звукорежиссером Юрием Николаевым. Значит, вот на басу здесь играет наш Роман Левченко, который играет динамики. Вот, можете послушать, классный бас. На барабанах Алексей Маслов. Так что, тот, кто думает, что это драм-машина, они сильно ошибаются. Играют живые люди. Они обработаны как потанцевальную музыку, но это настоящие барабаны, живые, никакая не драм-машина, никакой не компьютер. Вот тут мне придется сменить гитару, потому что гитара совершенно другая. Вот как она звучит. Где она? Это гитара. Все, гитара этим закончилась. Ты не прочь продолжить песню эту? Хочешь убежать с тобой до утра твой рай? И спросишь сказать мне никуда? Уходи ко мне на грудь, до утра не даю уснуть. Девушка моя из ниоткуда. Девушка из ниоткуда.
интересные подпевки, которые спела. Вдали от меня. Спела певица Настя Пугач. Она наложила таким интересным субтоном подпела. Что еще интересного в этой песне? То, что таких у меня раньше песен не было. Она немножко такого латинос отдает. Вот. Послушаем теперь без голоса. С гитарой.
песенка получилась. Что я вам могу о ней сказать? Но она не одна из моих любимых, она вообще не в моем вкусе, не в моем стиле. Как-то случайно получилось. Точнее, даже она не случайно получилась. Вот такая история. Я написал песню. Имин попросил написать ему песню. Точнее, мы вместе договорились. Я сказал, что я уже написал почти на тебя песню. И говорю, она называется «Девушка из ниоткуда». Он мне сказал, что уже нравится, говорит, название хорошее. Я записал демо, выслал ему демо. Он мне прислал ответ, что песня хорошая, но слишком кузьминская. И поэтому он практически петь ее отказался, но я, чтобы не пропадать песни, решил спеть ее сам. Вот такая история этой песни. И тем не менее, видите, она могла бы заваляться где-то там в компьютере, где-то там в айфоне, а теперь она вышла в свет, и большинству из наших подписчиков она понравилась. Так что спасибо большое за прослушивание. Мало того, мой друг, который вообще такой рок-н-ролльщик махровый, вот, такой моего возраста, он написал сообщение, можно даже зачесть сообщение, которое я вообще уже никак не ожидал. «Девушка из ниоткуда вообще за гранью. Я в восхищении. Ты мне ее не показывал». А я ему не показывал, потому что мне стыдно было, на самом деле, показывать, потому что она не в его вкусе. Значит, я надеюсь, что песня вам понравилась. Сейчас мы перейдем к нашим занятиям. Я хочу сказать, что занятия наши – это не то, что какая-нибудь панацея от всех вообще проблем игры на гитаре. Это просто система упражнений. Это не система игры на гитаре, от этого она поможет вам впоследствии играть намного лучше. Но, во-первых, это просто система разминки. Как обычно, сейчас я поменяю гитару, пока можно послушать. Так долго было, где ты прятал нежное тело вдали от меня. Девушка из ниоткуда, ты одна или с кем-то пришла. Мое сердце стучит в ритме диска, я полон огня. Хочешь танцевать со мной? Сейчас мы открываем нашу. А где она? Оп. Открываем нашу помощницу. И начинаем то, что мы учили в прошлый раз. То есть я еще раз повторяю, что это не школа игры на гитаре. Это упражнение. Это система упражнений, которую я систематизировал в одно. В чем это заключается? Я сейчас буду играть под музыку, чтобы понятнее было. Thank you.
сыграл 12 гамм. И все они были в одной тональности. Ми мажор. Этим самым, но каждый, над каждым гаммой она подразумевает свой лад. На самом деле этот лад звучит совсем по-другому. Я вам потом объясню, что такое лад. Ну вот смотрите, начинаем мы с ми мажора, самый легкий аккорд. Первая ступень. На нем образуется ионийский лад. То есть такие же, просто мажор. Мы берем вторую ступень. Получается фа диез минор. Играем. У нас уже получился дорический лад. Вот на этом мы пока остановимся. И предлагаем разучить вот эту гамму. Это очень полезно играть вообще по утрам, вот вместо того, что предлагают всякие разминки там. Там что хочешь. А эта разминка, то есть она развивает мозги, она успокаивает ум. Просто сидишь с утра и играешь. Так 288 раз получается. Это как медитация. Это как йог сидит и медитирует на Кришну. Вот так же вы должны сидеть, но обо всем забывайте. И через несколько месяцев пальцы сами начнут играть то, что вы подумаете в своей голове, пальцы сами начнут играть. Это одно. Другое. Вы быстрее выучите ноты на грифе. То есть многие не знают нот на грифе. Как, вот допустим, вот, вот это нота ми, все знают, это тоже нота ми. Но это нота си. Вот эта нота тоже си. Вот это ре. Вот это си опять. Вот это опять си. Вот это ре. И так вы будете постепенно узнавать все ноты. Будет гораздо интереснее, чем вы будете играть вслепую. То есть, вы знаете, взяли там. Что это у вас? Вы знаете, что это нота до диез? Все происходит просто. Здесь же гамма есть на шестом ладу эйлийского лада, который и есть этот. Который приходит в эту тональность. Опять же, все звучит. Так что я вам рекомендую потихоньку учить эти гаммы, и потом вы не заметите, как вы выучите. Дальше будет переход. После того, как я сыграл верхнюю гамму, мы переходим в ля мажор. Настраиваемся. В ля мажоре уже будет начинаться все. В ля мажоре. Но пока вам, я думаю, это сложно все понять. Но тем не менее, самое главное сейчас для вас это понять. Вот. Первая гамма это ми мажор, а вторая фа диез минор. Ну, запишите себе где-нибудь, что это дорийский лад в ми мажоре. Сейчас, я думаю, вам показать немножко, как вообще звучат лады некоторые. Это просто, запомните, что это упражнение, это не школа, это упражнение для того, чтобы вы могли бегло играть на гитаре,
вообще не смотреть даже на гриф и обыгрывать многие песни, которые вам захочется обыграть. Вот. Сейчас я вам покажу, что, как звучит миксолидийский лад, к примеру. Просто как вот, вот есть, допустим, сейчас сначала я поиграю в пентатонике, а потом перейду на миксолидийский лад. И как вам это понравится, интересно? Где вы начнете разницу? Начнем мы с пентатоники. Гамма в конце прозвучала ми мажоре. Ну, надеюсь, вы что-нибудь поняли из того, что я сегодня наиграл. Но это, в общем-то, я знаю, это довольно сложно. Но главное выучить две гаммы. Если вы выучите две гаммы, вы почувствуете себя уже просто гораздо на более высоком уровне. Потому что если вы выучите одну гамму, то выучите две, вы сможете соединить. И будете играть туда-сюда, вот туда-сюда. Каждый раз, когда вы будете нажимать ми мажор, вы будете понимать, что эти гаммы относятся к ми мажору. Так что... Если хотите, я очень рад, что вам понравился почти весь альбом, потому что упоминаются все песни буквально, все песни из альбома в комментариях упоминаются. Поэтому задавайте свои вопросы, пока я в хорошем настроении, давайте я буду отвечать. Тут, наверное, просят, можешь показать аккорды девушки из ниоткуда? Или как-то более разобрать соло? Аккорды? Ну, по отдельности, да. Что-то вот так. Получится? Можно было спеть ее в подъезде, понимаешь? Я понимаю. Это будет так.
подъезде так гитара. Девушка из ниоткуда, где ты раньше была, да была, где ты прятала нежные оттенки, тело вдали от меня, мама Джан. Девушка из ниоткуда, ты раньше с кем ты пила, где ты прятала нежное тело вдали от меня. И так далее. В общем, короче, аккорды простые очень. Главное, как они обработаны. Хочешь танцевать со мной? Таким надо голосом, можно петь, в принципе, можно петь этим солдатам. Хочешь танцевать со мной? Красотой неземной. Так тоже под марш подходит. В принципе, хорошая песня, она по-любому. Если в медленном темпе сделать, то, в принципе, можно и напомнить, как сыграть. Так что, если есть еще вопросы, да, пожалуйста, аккорды блатные я знаю. Нет, лучше просто поиграем. Может быть, еще раз включить «Девушка из ниоткуда» и сыграть соло. Люди, ну, тебя слушают, вопросов нет. Надоело? То что, мы только ее услышали. Ну, люди только что услышали. Спрашивают, где найти такого мужа. У Кати где? Знаете. Так, девушка из ниоткуда. Куда она делась-то? Сейчас в Москве. Аккорды ведьмы. Ну, это, кстати, часто просят. Аккорды ведьмы. Там так не получится. А как бы что-то такое? Хотя я постараюсь. Если очень нужно, то я... Подумаю, как там сделать, чтобы можно было на обычной гитаре сыграть. Я просто не люблю акустическую гитару, как бы, но это все знают. А почему ты думаешь, что запрос на акустическую гитару? Ну, как-то она сразу... Вот где эта девушка из ниоткуда? Куда она делась? Ну, она же из ниоткуда. Где-то... Нигде находится. Что-то взял, удалит. Тебя стёрка. Верни. Пропащи. Вот они пропали. Пропащи. Где у нас девушка из ниоткуда? Ищем. Здесь ищем. Нет. А, ты хочешь проект? Ищем. Простите. Кстати, как вам формат воскресенья в 12? Ребят, напишите. Мы подумаем оставить дневной формат прямого эфира. Слушай, нет. Все, потерялся. Я так я устал, что давайте послушать другую песню. Чем она стоит-то? Неожиданно. А что ты хочешь послушать? Давай только из нового альбома. Очень на втором месте шла песня «Отпусти». Да, да, да. Интересно соло в альбоме. Я даже не могу повторить, его надо слушать.
другой край земли. Самый я красивый тебя звук. Уважаю. Гитара в этой песне. По причине любви. Не смотри с укоризной на меня красотой. Может, в следующей жизни будем снова с тобой. Отпусти, отпусти ты меня поскорей. Наши дни все сирей, сирей. Я гоню все мечты свои прочь. Соло, наверное, на альбоме, которое сыграно и самым лучшим звуком. Еще вопросы есть? Спасибо вам огромное за сегодняшний первый раз мы днем проводим. Мне понравилось днем. Как-то все бодренько происходит. И все еще не устало и не после работы. Желаю вам хорошего выходного. Спасибо большое за комментарии. Всем здоровья. Не болейте. До новых встреч. Спасибо.